прогуливаясь по городу, мы прямо вот рядышком с православной церковью и казино, мы увидели, вот как раз таки ралли Сан-Ремо, то есть, видно, здесь тоже проходил контроль автомобиля перед тем, как, собственно, да-да-да-да-да, я уже показала костел православный, вот он. Так что здесь проходит, видно, такой проходил контроль автомобиля перед началом ралли Сан-Ремо. Je tady veterán rally Sanremo, je tady Sanremo úplně všecko možný. Teď jsou tady Sanremo a jsou tady spíše se starým sádlíkem, no. Se připravujou, mají sluchátka. Já říkám, jsem jim říkal zdar chlapy, jo, a oni jsou to chlapa ženská. Jo, chlap ženská. Dělají, čas já bez mikrofona, no chci vám snět. Здесь проходит Sanremo rally. Вот таких старых ретро-автомобилей. И мы как раз встретили наших чехов. Но Милан влез внутрь и сказал: «Привет, ребята!» Это, оказывается, мужчина и женщина. Михаил, Павлик, Моника, Диленардо. И у всех такие, как это, слухатка. Все в наушниках. И вот здесь, видно, отстартовывают жюри. Уж я же не знаю, как сказать, да? То есть как раз-таки каждый получает номер. Видно время, я уж не знаю. Ну, в общем, друзья мои, это просто... это класс. Так что, как говорится, приятное с полезным. Так что, земляки из Чехии. На таком, как Милан говорит, пердитку. Ну, а здесь рассекают уже великие вот такие... почти ретро автомобили. Вам еще один влог из Сан-Ремо. Сан-Ремо ралли, это уже второй день проходит здесь. И вчера тоже, когда мы возвращались из казино, здесь тоже проезжали, вот, грубо говоря, тоже самые старые модели автомобилей. Ну что ж, пожелаем им удачи, успехов и чехам тоже. Свой номер, и через пару секунд отстартуют. Мы им пожелаем удачи. Милан говорит, воняет, конечно, очень хорошо тоже. Там Saab Sanremo 1964. Ага. Ну что, пожелаем удачи. Все, ребят, погнали! Мы находимся сейчас прямо у казино, и вот как раз эта рампа, которую мы с вами проходили, видели с другой стороны, сюда заехал тоже один из участников, ну а другие участники уже тоже выстроились, ждут своей очереди, ну и вот такие ограждения, и вот все снимают, смотрят награды участникам, витязям, то есть победителям этого ралли Сан-Ремо. Да, точно, его нужно, я пропустила, его и подтолкнули, видно, он на него заглох мотор. Прикольно. Приехал следующий участник. Ведущий как раз таки берет интервью, и участники едут, фотографы, зрители. Все, погнали. Так, следующий приехал. Massimo Macaluso. Purtroppo tuo fratello ci ha lasciato per un guasto. Tu anche hai patito un po', però non ce l'ha. Ну, в общем, вы все поняли на итальянском. Следующий участник гонит дальше. Ну, а здесь мы видим цены, то есть призы для победителей и участников. Tady mají náhradní dole, ještě. Dobrý, tak jak bylo.
Ooh.